Ну вот, действующая конституция была принята 22 года назад на всенародном референдуме. В разработке лично принимал участие глава государства. Кропотливая работа, изучение опыта других стран и десятки тысяч коллективных обсуждений с народом. В дискуссиях тогда приняли участие больше 3 миллионов человек. Результатом стала современная, отвечающая реалиям времени и требованиям общества, конституция. Основной закон страны с тех пор претерпевал изменения, что неизбежно на пути становления сильного государства и необходимо для повышения эффективности политической системы. Как сейчас выглядит оригинал Конституции Казахстана и где он хранится? Об этом сюжете Алмы Оразбаевой. Вот так выглядит оригинал Конституции Казахстана, принятый ровно 22 года назад. Его бережно хранят в архиве президента страны. Эта бумага с первым текстом основного закона государства может пережить еще не одно столетие. В хранилище всегда нужная температура и влажность. Она закрепила президентскую форму правления в нашем государстве. И президент, как гарант Конституции, обеспечивает согласованную координирует совместную деятельность 3 ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Само содержание Конституции, его уровень правовой, по оценкам специализированных зарубежных правовых организаций, соответствует всем международным нормам. Эта Конституция действует и поныне, но в нее по велению времени изменения вносились 4 раза. Последние поправки уже в этом году ускорили ход демократического процесса в стране. Глава государства перераспределил свои полномочия. Происходящие в мире стремительные технологические революции в современном мире формируют новую реальность в глобальной экономике. Об этом я говорил в своем послании. Поэтому обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для достижения стратегической цели и вхождения страны в число 30 развитых стран мира – всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить успешное развитие государства, процветание нашего народа в 21 веке. Это основная цель – сохранить наше единство, дружбу, взаимопонимание, равенство всех наших граждан по этническому, языковому, конфессиональному принципу. На этой сплоченности мы неоднократно побеждали. Сохраняя эти постулаты, мы достигнем новых побед. Практически 26 статей основного закона государства подверглись изменениям. То есть это в основном касается тех полномочий президента, которые были отданы парламенту и правительству. В итоге парламент и правительство более оказались самостоятельны и, естественно, усилились их ответственность перед народом, перед президентом. Конституция от рождения наделяет казахстанцев правами и свободами, абсолютными и неотчуждаемыми. Где жить, учиться, на каком языке разговаривать, кем работать и каким творчеством заниматься. Каждый имеет право на бесплатное среднее образование и медицинскую помощь, неприкосновенное жилище и защиту своих интересов. Перечислять можно долго. Правам и свободам человека в Казахстане посвящены 30 из 98 статей действующей Конституции. Гарантом их незыблемости выступает глава государства. Анастасия Валикжанина, Алма Оразбаева. Итоги дня. Алматы.